сделать еще одно упражнение. Пусть муж писает совет, тогда следующее условие вносили. То есть так формируем. Можно писать плюс А, это 2, n минус 1. Когда вот это неравенство обращается в равенство. Вот первое условие, что оно обратилось в равенство. И второе, А, арифметическое упражнение. Ну, естественно, для n. Ну, здесь просто показать, что если арифметическая прогрессия, тогда можно выпустить вся фруса и можно будет так, как нужно. Ну, в другую сторону тоже, в общем-то, несложно.